Здравствуйте, уважаемые зрители канала «Полезные советы». Сегодня мы поговорим о средствах фитотерапии лечения защемления седалищного нерва. В конце видео я поделюсь с вами рецептом отвара сбора лекарственных растений для лечения этого недуга. Из нескольких лекарственных растений можно приготовить отвар, который следует употреблять внутренне и делать примочки к местам, где произошло защемление, и вы ощущаете интенсивную боль. Отвар будет эффективным, если почки тополя черного соедините с травой мяты перечной, листьями омелы белой, травой тысячелистника обыкновенного и корнями цикория обыкновенного. Готовят и употребляют его так, как большинство отваров. По столовой ложке измельченных почек тополя, травы мяты, листьев омелы, травы тысячелистника и корней цикория перемешать. Залить 500 мл воды. На слабом огне кипятить 5 минут. Настоять 4 часа. Процедить. Пить по 50-100 мл трижды в день за полчаса до употребления пищи. Примочки делайте чуть теплыми. Если вам понравилось видео, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых видео. Благодарю вас за внимание и до следующей встречи на канале «Полезные советы».